Всем большой привет, мои дорогие. Ну вот и все. Вернулась я в школу. Так у меня на душе радостно, так радостно. Мне уж прям плакать хочется, что моя жизнь возвращается в то русло, которое я любила. Я люблю работать в школе нашей, с нашими детками. Детки, всегда я их детками зову, хотя им уже, знаете, некоторым скоро 22 года будет. Но для меня они детки. Потому что они особенные. Приехала рано-рано. Сейчас жду, сейчас Света подъедет. Мы с ней отметимся. Нам надо это в двери здесь отметиться. Потому что компьютеры сегодня все не работают. У нас небольшая проблема. Ну ладно, про это не будем говорить. Это все установят, наладят. Не могу так нервничать, как будто, знаете, вообще первый день, как будто на работу вышла. Я знаю, что девчонки меня ждут, что они мне говорят, они будут помогать. Но мне так кажется, как будто бы у меня вот чувствительность уха лучше, и уже намного легче мне будет работать. Я на всякий случай еще буду прикрывать, в какие моменты. Мы вчера так поздно приехали домой, уже где-то в 11 часу, пока то все, пока душ приняли. Я спала, наверное, меньше 4 часов спала. Так что так вот, с непривычки-то после 4 месяцев больничного. Уставшая буду сегодня, не знаю кто. И все, знаете, очень интересно, как будет реакция моего ученика на меня. Света говорит, он прям так полюбил ее сильно. Но он такой, знаете, ребенок, он очень редко кому привязывается. Скажу только, что у него синдром Дауна. Но он рос, он такой маленький, такой голюсенький. И он вот Свету полюбил. Так же вот, как он всегда ко мне тянулся, так же он к Свете потом стал. Может, общая как бы у нас с ней энергия, я не знаю, что он тоже как бы почувствовал, стал тянуться к ней. И вот интересно, мы будем с ней вдвоем стоять и скажу, Свет, давай вместе встанем, посмотрим, кому он пойдет, как он, реакция какая у него будет. Наверное, думает, что все, я уже ушла из школы. Мы уже с Светулькой поздоровались. Привет. Ой, мой любимый класс. Как я соскучилась. О, мой гад. 4 месяца дома просидеть. В неизвестности, что ждет впереди. Ой. Ключи оставляем. Компьютеры включать нельзя. Бачки, это что это такое, Свет? За ключик. А, понятненько. Все, поняла. Ой, вчера Джефф такой. Я ему говорю, ой, я так не могу дождаться на работу, скорее выходить в понедельник. Так хочу, прям не могу. Он это. Я ему говорю, как ты думаешь, почему я прям... Очень хочу на работу. Он так и думает, думает. Потом говорит, потому что Света тебе ланч принесет. Я думаю, вот это у него мысли обо мне. Как ты мыслишь мелко. Как будто бы все, что мне надо, это брюхо набить. Я говорю, нет, потому что любимчик своего увижу. Вот почему. Ой, goodness. Вот это все наготовил нам еды. Ты знаешь, Надь, я, ага. как в последнее время вообще стала делать, чтобы не каждый день таскаться. Ну, все правильно. Готовила на несколько дней, ага. Всего помаленьку, и пошла, Надь, когда расположился, погрела. Что, у нас ну, один здорово. Кейс, что сказать. Хочешь, Надь, что приготовила? Давай, конечно. Это баклажаны, но без чеснока, чтобы не вонять. Ну, да, да, да. Так, это тебе. Картошечка жареная. Картошечка. Аспарагус. Я на пенсию. Я в диету хочу тоже съесть. Ну не ешь. Это отдай кому-нибудь. Ну ладно, сегодня съем. Яйца с зеленым луком. Хорошо. Хорошо. Здесь арбуз. Арбузик. Холодненький. Так, арбуз сейчас здесь... хороший цвет. Ой, сладкий вот. Да? Прям. Надо купить тогда. А здесь ой, рыбка как бы с этим с луком и с этим. Это моя еда. Ну-ка, что а у меня там? Что? Я уж блядь, получу. Спасибо. О, какие котлетки. А внутри яйца. Сук на зеленом. О,
Ой, у меня же слюнки. Так вот, наготовила. Как зразы, да, по-моему, они здесь? Да, да. Чуть ой, спасибо, Светоль. Яйцами с зеленым луком. А у меня все дома было, ну, да, приготовлено. А я вчера приехала поздно, считай, Свет попросил, чтобы она мне ланч принесла. Думаю, что брать-то буду. У меня здесь еще дети со своим хлебом, с моей сейчас вам покажу, что я детям принесла гостинчик оттуда, из Аруба. Ну, надо будет, наверное, разделить Свет печенечки пополам. Так-то они в два ряда, чтобы всем хватило. Первый обед у меня. Когда мы последний раз вместе ели до Нового года. Давай, пригласи, Светулька. Я боюсь, что проснется. Еще кресла такие. Это. Мы-то маленькие, а кресла большие. Ты поломаешь. Сейчас я покажу, что мне Светулька подогрел уже. Я сегодня буду картошечку, а сегодня еще я наготовлю себе диетической еды и сяду на диету. Все футболки мне в обтяжку, все такое. Спит ребенок мой. Дети, сытый, че ты? Сисяешься, мне что неудобно, ли? Я ем левой рукой. А, ну да, 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 да. Ой, еще вот так баклажанчики как-то Свет сделал вкусненько. Это учительница пришла, Алиса. Плакала. Ты видел? Зачем она была? Алиса? Да. А что она? По секрету сейчас скажу. Похоже, у нее с ребенком. С маленьким. Который постарше, наоборот. О, что, проблема с дарком? Типа наш будущий студент. Да ты что? Да. Да. У нее мальчик тоже, да? Два мальчика у нее, да. У нас учительница сейчас плакала, она ходила это к врачу на прием. И со старшим ребенком у нее проблемы. Она прям плакала, плакала сильно. Ой, господи. Угу. Непонятно. Оба молодые, здоровые. Как бы, да? Да. Еще непонятно. Откуда что берется, не говори. Экология, наверное. Да. А ты посмотри, сколько вообще в школе детей с низким левелом. Очень есть много. Вот у нас в России как общая школа была. Отберут там несколько. О, ты дуран, дураком, иди забери на школу. Все. Где-то была наша школа маленькая. Они будут здесь как классы. Ну, Свет, ну, у нас город маленький. Я, например, думаю, примерно одинаково. Раз целая школа была на маленький город. Не-не, школа была небольшая. Нет, я имею в виду, не было, как вот здесь вот, каждый район, детки все разные. Так, Свет, зато здесь у нас вот такой вот раз в России ходил бы, да, нет. А они все здесь на инвалидном кресле ты будешь ходить, если по возрасту ты положен, ты будешь в школе. Да. Да, это считай тоже. У нас девка на инвалидном кресле. Она да, нормально, просто при нее. Ну, здоровье, да. Да. Что, слушай, может, слепая девочка была. Еще, представляешь, слепая пришла. Она ослепла из-за того, что приняла слишком большую дозу более удаляющей. Да. И она, значит, пришла, а говорила она только на испанском. Ее поставили с Мерседеса работать. И она тут со временем ей стала. Она прям умирала. Она даже все лежала, она в коме была. И она говорит, я слышу, как доктора говорят моей маме, чтобы они прощались со мной. Да, уже да, все. И потом она раз пошла на поправку. Вот так представляешь, в такие моменты люди ведь и думают, что уже и отключают аппарат. Никогда не знаешь, да, как правильное решение такое. И она считает, через какое-то время у нее зрение начало возвращаться. Она прям вообще слепая была, слепая, с палочкой ходила, читала вот эти вот пупырышки такие вот для слепых. А разговаривала там, что к ней испанском, поэтому Мерседес поставили с ней работать. И потом Мерседес очень недовольна была, потому что ее племянник женился на этой девчонке. А, я помню. Да, на ней женился. У них уже, наверное, трое детей. Вот так вот, как сроднились.
посмотрим. Хотим, чтобы успели пообедать, пока мой красавец спит. Он всегда в это время просыпается, поэтому я нежнее ел в такое время. Ну, да. Я в 12 ел. Хочу вам показать. Смотрите, у нас какие появились коробочки. Чтобы оказать первую помощь, я хочу открыть. Ой, а может открывать нельзя? Марин, ты знаешь, что здесь за коробочки такие медицинские? Что? Коробочки медицинские. А, ты не видела? Да ты чула. Я думаю, можно открыть или нельзя, или они как-то пломбированы. Там что-то написано же. Я без очков не вижу. Но это интересненько, считай. Травма, медикал, кит. А, это, наверное, эти самые... Помощь оказать первую, как сказать. Эти пластыри, что ли? Вот. Наша Маринка. Наша Маринка. О, открыла. А, нет, еще! А что это они? Ну, на следующий год. И у нас, смотрите, сколько коробок зубной пасты нам передали. Так, здесь какая у нас... Вот она, эта зубная паста. Очень-очень много. Еще другая есть. А, нет. И говорил, некоторые в коробках, некоторые нет. А? А я не переставала. Тебя вот снимаю. Ничего нет. Ну, какая стеснительная девушка. Одуванчики. А, пошла обратно в класс. Вот у нас здесь сколько? Кресла инвалидные. Никого сейчас нет у нас, кто пользуется. Вот ходунки такие тоже. У нас все ходячие сейчас. Не могу найти свои новые очки, две пары купила. Ух, а я в новых, я сейчас покажусь. Ты думаешь? Все готовятся уезжать. Да. А какие у тебя новые, Свет? Я две пары купила на большой скидке. Мы помню. Я две пары прям хорошие взяла. Эти хорошие фирменные, ну прям не дешево обошлись. Может, 150 я за две отдала. Хорошая, как бы, цена обычно по 30 долларов. Покажу, давай, какие те, которые я дешевенькие купил, Свет. А, вот этот? Да, хороший, как раз вот так вот держать в машине на всякий случай. У нас практика сегодня. И такая. И все, прям же расстроилась. Думаю, ну, должна убрать эту специальную пластиковую коробку, купила. У меня, не могу найти, где у меня зарядники все, переходники, вот травы, вот эти все вещи мне в одной. Ну, знаю, там очки были. Прям в упаковке одна черный кейс такой, одна такая рыжая. Не могу найти. И такая, иду, а он коробочки приготовил. Подал спускать. И такая. Чтоб не нашла ничего. Ой, моя коробка лежит со всеми моими офисными этими делами. И очки мои, две пары новых. Вот какой молодец, чё? Хозяйственный. Ты что, решил, что это твои? Он такой, а что, нет, что ли? Ой, блин, вот они мужики. Не глядела бы, все, ушли бы в подкаст. Ой, вот так вот. Засняли, как Свет. Ты что, хромаешь?